Hey, йога, с вами Шумики, мы продолжаем проводить тюрпа на основании Ori and the Wild Forest. Или Boulding Forest, кажется. Так, окей, нам нужно извлечь порчу, поэтому мы идем, давайте сначала, наверное, направо, а потом пойдем в левую сторону. Да, тройной прыжок. Мне кажется, не такой уж и полезный здесь, все-таки. Ну, типа, у нас не такой уж и урон сейчас большой почему-то. Его, скорее всего, вообще нет у нас. Так, наверх можно залететь, как я понимаю. Да, туда можно залететь. Понимаю. Я просрал. Хы. Я еще начинаю, поняли, сам же себе все затруднять. Нахера я это делаю? Я пытаюсь что-то под углом херячить. Хотя под углом можно тут ничего и не делать. Так, ладно, одну порчу мы очистили. Погнали в следующую сторону. Очищать от порчи. Блин, обидно то, что мы еще за все это время... Ха. Нихера себе. То чувство, когда нужно использовать врагов, но ты используешь не врагов, а свои прыжки же. Ха. Бац. Ну ладно, мне уже за это вообще почти ни хера не дают. Срал сферу. Ладно, сейчас по новой попробуем. Как? Мы сначала сюда зайдем. Забрали. Перейдем сюда. Бац.
Бац, бац, бац. Ладно. Окей. Оказывается, можно и так. Подожди, а там ничего не было? Нет, там больше ничего нету. Там больше нет ничего. Теперь мы можем восстановить элемент. Вот, восстановим его. Так. Остается еще два. Бум-бум-бум! Игра сохранена. Пошла вода. А-а-а. Глупая вода. Фух, там оставалось у меня немножко хп, но я успел. Но я зато собрал все, что можно было. Фух. Зато мы запустили воду. Так ведь? Даже дождь пошел. Thank you.
Мне нужно бежать. Думаю, да. А, меня скинули. Так... Он хороший или плохой? Походу, плохой. Этот свет был ей ненавистен, цвет нашего народа. Но доброта Ори вновь спасла мое дитя. Имеется в виду почка? О, а плавать под водой я могу. Ну, то есть дышать под водой. Её... Ори, я боялся, что ненавистные когти Кура забрали тебя и у меня. Но Гума спас тебя, избавив нас от невидимой судьбы. А теперь я могу плавать под водичкой. Смотри, древняя гинза обрела прежние силы, и воды не были очистились. Но мы можем спешить на очередной элемент ветров. Он покоится глубоко в руинах Фулрода, в дебрях туманного леса. Спрятан ключ от их врат. Ух, ну ты в другой части аж. Аж. Так, наверху все изучено. И я все забрал, что можно было. Нет? В смысле? Ах ты ж, ё-моё. Ладно. Я нахожусь. Да уж. Да, типа... А, ребят... Тут должен, короче, был элемент быть, чтобы дышать под водой, но... Ауч. Ауч. Ну, походу, у меня он... Ладно, тогда я просто хотя бы вкачаю способность урона не получать до хера. Мне кажется, это мне тоже поможет довольно сильно. А, то есть по плану он и так может плавать. Это я просто ускоряюсь. Ауч. А, так у меня хп не так уж много. Блин. Уменьшает получаемый от врагов урон. Ну, блин, это хорошая вещь. Я типа ее прокачаю, потом прокачаю это все. Урон. Нахождение предметов я буду вкачивать в последнюю очередь, потому что это, ну... До нее дожить надо. Позволяет видеть на карте и пол... Ладно, вот это буду в урон потом вкачиваться. Упал предмет. Я понял, ты сюда не в ту сторону. А, подожди, а не вы, мне нужно сюда, скорее всего, приплыть, потому что... Подожди, мы ж воды, да, чистили, он говорит? Не, мне нужно урон вкачивать. Но сопротивление урону тоже нужно вкачать. Зато я теперь могу плавать. Anyway. Бац-бац-бац.
Бац-бац-бац. А, я туда не мог попасть. Серьезно? Ну ладно. Я бесконечно могу теперь под водой дышать, поэтому мне все равно на... Ну, типа, ну вы поняли. Подводные мины. Бац, бац. Да ладно. Да ладно, нихера себе. Враг какой. Термоядерный. Ту-т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 у. Тут нигде скрытности нету. Ауч. Переждем. Так, это мне двери, да, теперь идти открывать. Почти загрызли. Ок. Ага. Угу. Но мы идем направо. Мы идем сюда. Сейчас все здесь изучу. Я тут был, да? Я тут был или нет? Я тут был. Да, я тут был. Это сейчас изучу. Потом сюда, сюда, сюда. И в обратную пойдем... Откуда мы вообще пришли? Почему? Потому что нам теперь нужно изучить все, что мы с вами до этого не изучили, так как у меня уже есть все необходимое для этого. Тут же тройной прыжок, отпрыгивание от предметов, плавание под водой. Вот это только еще нужно. Хотя нахер оно мне нужно? Мне нужно урон скачивать. Ну, понижение урона тоже, типа, вещь нехеровая, вам скажу. Собираю все сферы. Ух! Не заметил. Так, а тут что у нас? Бэмц. Окей, что здесь у нас? Ила, мы... Так, был самым стойким из духов, самый могущественный. Теперь он дремлет, превращенный в древо предков. А, слушайте, а там же еще были камни, которые я не мог сломать, точно. А, их можно же с помощью силы взорвать, точно.
Ну, свою способность топор. Нажмите, чтобы подпрыгнуть, а затем S, чтобы опуститься на землю. А, точно, у меня же еще вот такая есть способность. Теперь. Были лишь места, которым нам нужно было это спускаться вниз, а я не мог. Бац, бац, бац. Как мне наверх подняться? Как мне отсюда подняться? Херня в том, что я сюда забраться не смогу. Подожди. Это полет. Может вот это? Типа рвение вверх. Потому что иначе я не шарю. Ну там херня со способностью. Значит, они вы еще время. Значит, они вы, время еще рано. Ой, боже. Я тоже подумал. А мне не вы сюда тоже придется возвращаться. Хотя, ребят, вы видели, что там есть, поэтому я туда и возвращаться не буду. Собираемые предметы я навряд ли буду все собирать, то есть я вам показал, где есть, да, вот предмет, а там уже сами смотрите. Ну, допустим, я его это вот открыть я не смогу, я туда никак попасть не смогу. Ау. Ой, нужно сохраниться. Так, это здесь я открыл воды. Добро. Добро. Готово. Отхилились. Давай вниз. Тут я был. Сюда я не долез.
сразу, да, сейчас мы с вами сходим, быстренько соберем все, что было. Так, а не вы сюда, мне тоже нужно будет прийти. Ладно. А, чё за бред? Думал, сейчас сдохну. Подожди, оно... А, точно, я же тогда специально сдох, чтобы... Вот зачем теперь мне надо это. Доб жизни. И теперь у меня фул хп. Вот в чем прикол. Так, а внизу у нас... Пещера. Вот там вот, вот здесь у нас не открыт. Давайте тогда быстренько сюда спущусь. Плюс мы с вами там сокращение открыли. А, Вадим мы взяли, точно. Так, еще ниже. Короче, не вы, мне нужно самому не спадать. Подожди, а вода же уже чистая? Что-то я забыл насчет воды. А, все, вода чистая, ребят. Все, теперь можно куда угодно идти. Добро. 6 из 12. Все равно 98. Где еще не был? Давайте там, где воды, да? Сходим по-быстренькому. Так, мы как от яда уже все сделали. Ой. Так, что у нас внизу было? А, все, вспомнил. То, что было у нас внизу, я вспомнил. Так. А, нам нужно вернуться в начале локации. Я только не помню, где это у нас. Только я не помню, где это у нас было. Что здесь у нас было? Вспоминайте. Вот и спуск. Куда-то. Лунная пещера. Но точно не наверх. Нам здесь внизу, блин, что-то было или нет? Ой, бля, забейте, короче говоря. Просто идем за водой. Я еще не туда пошел. Я еще не туда пошел.
Бац, 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 бац. Бац, бац, бац. Добро. Блин, вот когда умираешь... Хотя я могу сам быстренько все болтать. Что я еще не находил. Так, там мы были. Так, здесь у нас просто подъем. Без снарядов, без как всякой ерунды. Слишком долгий подъем. Да, тройной прыжок это жестко. Да, сейчас бы заново вниз упасть самый. А, стой, я еще здесь не был. Мне ж теперь туда снова дайте. Фу, отвисла. Я подумал, уже снова Г. Так, я чайку забрал. Теперь у нас ХП... Жопа, 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 жопа. Тут я не был. И тут я не был. Ну, вниз, в принципе, можно идти. Так, ведь... Эх, ладно. Все, эта линия изучена. Что сюда? Наверх можно попасть. Наверх я не взлечу. Значит, мы идем. Стоп, там еще есть проход. А не вы, тут еще есть проход. Ладно. Давайте сделаем таким образом. Я сейчас... хотел сказать, закончу. Нам сюда надо, мы оттуда пришли. Точно. Что это за водоем? О, давайте, короче, закончу серию. Сюда я соло схожу один. Заберу, что здесь было. Заберу, что здесь. И мы пойдем потом в эту сторону. Потому что мне не вой нужно возвращаться к дереву. Отсюда к дереву и сюда. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.